Организатором выставки, которая открылась в Донецком художественном музее, выступило Генеральное консульство Чехии в Донецке. Поэтому главным действующим лицом церемонии открытия экспозиции стал новый, недавно назначенный консул Андрей Моравик. Именно он рассказал, почему консульство решило представить на суд дончан выставку с необычным названием «Каменная память чешского и европейского ландшафта». Чешская республика находится просто в Европе, в Евросоюзе. Не только геологически, но и политически. И история Чешской республики, Чехии, чешских, как бы, чешских землей просто очень плотно связана с историей старой Европы, древней Европы. И поэтому мы решили вот сделать эту выставку, где просто показать Чехию и Европу как одно, так сказать, одно государство вот, в лицах камней и ландшафта. Выставка показывает общие корни европейских ландшафтов, от природных до созданных человеческими руками. Камень отражает историю европейской культуры и верований и показывает чешский пейзаж как неотъемлемую часть Европы. Всегда лучше на свои глаза и реал видеть. Вот чешский или европейский ландшафт, чем только здесь на фотографиях, но хоть тому, кому еще не удалось просто ехать в Чехию или в другие европейские государства, я его приглашаю сюда, поскольку эта выставка здесь будет длиться 14 дней, чтобы мог посмотреть и, возможно, просто потом решает съездить в Чешскую республику или в другие государства Европейского Союза. Представители областной власти, которые посетили выставку, уверены, что подобные культурные проекты – первые шаги к развитию экономического сотрудничества. Много различных экономических интересов между нашими странами есть. И я думаю, что вот такое культурное сотрудничество, оно только подчеркивает важность тех экономических процессов, вот, которые мы ждем в ближайшее время. Выставка приурочена ко Дню чешской государственности и Всемирному дню туризма. Экспозиция будет открыта на протяжении 2 недель. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.